На часах начало 9-го. Дети в сопровождении родителей спешат на занятия. Во втором Одинцовском лицее учатся более 1200 ребят. Для соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности школьников разделили на три потока. Первый начинает обучение в 8:10. Второй – основной – в 8:30, третий – в 9:25. Кроме того, попасть в здание можно через один из двух входов, а в теплое время года открывается третий. Привычной для всех стала и обязательная термометрия, которую проводят дежурные педагоги. Если вдруг выявлен ребенок или взрослый, или педагог с температурой 37,2 градуса, то он будет отправлен в изолятор. В изоляторе он остынет, успокоится. Мы через некоторое время перемерим ему температуру. В случае необходимости мы свяжемся с родителями, или ребенок у нас отправится на школьные уроки. За каждым классом закреплен свой кабинет, где проходят все учебные предметы. В классах проводится регулярная обработка раствором хлоргексидина всех поверхностей – парт, подоконников, рабочих столов педагогов. В 8 А за такую уборку отвечает Алексей Ельчининов. Мальчик хорошо учится, любит английский язык и по-взрослому увлекается авиацией. А еще ему нравится содержать кабинет в чистоте. В этом помогают одноклассники. При обработке мы уничтожаем всякие болезнетворные бактерии, вирусы и прочую нечисть. И при этом мы повышаем безопасность в классе, биологическую безопасность. На переменах ребята обязательно проветривают кабинет. В каждом помещении лицея установлены дезинфекторы. Их включают заранее, до прихода детей. Воздух также обрабатывается бактерицидными лампами, которыми оснащены классы, библиотека, спортзал, фойе, коридоры, столовая, которые дети посещают строго по графику. В свободном доступе защитные маски и антисептики для рук. А после каждой перемены здесь проводят влажную уборку и дезинфицируют перила, подоконники, ручки дверей. Я считаю, что все меры, вот эти в комплексе, они именно позволили лицею в самый сложный период оставаться на учебном месте. У нас было выведено на дистанционное обучение на одну неделю начальная школа. Все остальные учащиеся продолжали обучение у нас в лицее. Главное на занятиях – это получение знаний. Во время уроков в чистых классах ребята дышат полной грудью и не боятся заразиться коварным коронавирусом. Ведь все рекомендации Роспотребнадзора во втором лицее строго выполняют. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».